Благородное наследие, оставленное Салсеры, возрождает в Акмолинской области. В честь Дня языков Кахчетау провели состязание сильнейших исполнителей терме. Мастерство артистов даже вызвало слезы на глазах зрителей. Тринадцать лучших исполнителей терме в возрасте до 35 лет приняли участие в конкурсе. Этот областной конкурс стал уже традиционным. Мы проводим его в честь Года молодежи и празднования Дня языков народа Казахстана. Участники конкурса исполнили терме известных Жирау, Майлкожа и Сугыр. Но были и авторские композиции. Особенно зрителей тронуло посвящение матерям. Такие произведения имеют огромное воспитательное значение, и порой даже слезы наворачивались. Очень высокий уровень участников – это подлинное искусство. По итогам конкурса первое место занял Танур Албосын. Из Кокшетау теперь ему предстоит выступить на республиканском конкурсе в Кызыларде, организованном Комитетом по языковой политике. Асем Караулова, Ирбулат Асылбеков, Информбюро, Акмолинская область.